знаешь, мы все ужасно разные. Зеленые и белые, и желтые, и красные. Кто носит юбку в клеточку, кто маечку в горошек. Но главное, всем хочется найти друзей хороших. Надела лето, лето, лето радугу, как ленточку. И ходит зебра в клеток, клето, клето, клето в клеточку. Зебра в клеточку! Ой. Рекорд! Готово! Начинаем соревнование по бегу! Ура! Ура! Мне уже не терпится бежать! На старт! Внимание! Марш! Ю-ху! Паша, ну ты даешь! Три круга пробежал! Фу! Паша, это рекорд! А что такое рекорд? Это когда кто-то в чем-то отличается, как Паша в беге. Петя, рекорд – это наивысшее достижение. О, спасибо за поддержку, друзья! А давайте я еще побегаю! Давай, Паша! А мы будем считать круги. Паша. Один. Два. Три. Четыре. Во дела. На новый рекорд пошел. Пять кругов. А 10 кругов – это тоже рекорд? Вот бы и мне рекорд установить. Только я не такой быстрый. Родион, кто-то бегает быстро, а кто-то медленно. Родион, побежали со мной! Вместе веселее ставить рекорды! Паша, я с радостью! Только надо подготовиться, вроде бы. Я пробежал только 3 круга, а Паша 10. Как я могу быть рекордсменом, а? Родион, ты установил личный рекорд. Ты еще никогда не пробегал 3 круга. Ой, и правда, клеточка. Ура Родиону! Ура! Ура! Хочу свой рекорд, но не в беге, а в прыге. Ух ты! Петя, какой прыг! Ты еще никогда так высоко не прыгал. Это тоже рекорд! Ю-ху! На хвосте своем повиснуть и качаться
собрать малины, дальше всех пойти в поход. И на свете самый длинный, длинный приготовить бутерброд. Самый вкусный в наших джунглях чай зеленый заварить. Руки шире всех на свете для объятия раскрыть. Под водою плыть свободно, выше облака летать. Абсолютно в чем угодно рекордсмена можно стать. Вот такие мы рекордсмены! У каждого свои рекорды. Предлагаю установить рекорд по самым долгим в мире обнимашкам! Ура! В каждом деле можем мы достигнуть цели, всех на свете удивить и рекорд установить! Зебра в клеточку! Я нашла новую поляну. Значит, я первооткрыватель. Парк развлечений. Ой, клеточка, это я первый нашел поляну, мне кажется. О, Родион, и ты здесь? Да. Привет. Кто тут? Петя, Паша, и вы здесь? Ой! Гоша! Попались! А? Я сюда раньше всех пришла! Полянку вместе мы нашли и первыми сюда пришли! Давайте тут что-нибудь красивое устроим. А что? Например, ботанический сад. Здесь разобьем цветочную клумбу, а здесь сделаем фонтан. А тут... посадим кактусы. А может, я не хочу сад? Почему Поля опять все решает? Потому что, Яна, у меня есть вкус. Ого! У меня тоже есть вкус, Поля. Я миллион вкусных бананов съела. Вот дела. Тогда и я буду решать. Я тоже хочу решать. Если каждый покажет, что он хочет сделать, мы сможем выбрать лучший план. Лучший план для наших полян! Ух ты! Гоша, вот это механизм! А то! Настоящий ресторан с доставкой прямо в рот. Эх, еще бы апельсин без кожуры. Ого! Это же отпечаток древнего растения. Или Гошиного хвоста. Настоящая древность. Артефакт. Вроде бы. Давайте здесь устроим археологические раскопки. А потом закупки. Предлагаю учиться летать. Я все-таки птица. Кое-что об этом знаю. Видели? Лечу! А я предлагаю просто танцевать и кружить. Танцевать можно где угодно, Яна, но лучше разбить ботанический сад. Будет красиво. А копать интереснее, вроде бы. А летать улетнее! Или ресторан. Лучше танцы! Удила! Каждый свое хочет. Клеточка, а ты что предлагаешь сделать на поляне? Идея! Друзья, оглянитесь вокруг! Мы уже все сделали! Получился парк развлечений! Наливай вкус! К
Кстати, Поля, я знаю, как сделать фонтан. А я знаю, чем его украсить! Давайте поможем друг другу сделать все вокруг еще лучше. Смотрите, я нашла древние бусики. Ух ты, древняя нога! Чья это? Моя! Смотрите! Клеточка, как хорошо, что ты придумала сделать этот парк. Поля, это мы сами все придумали на нашей новой полянке. А теперь танцы! Зебра в клеточку! Батут! Добро пожаловать в клуб исправления вещей. Что ты принесла? Поля, этой занавеской я закрывала небо, когда оно хмурилось. Но теперь ей ничего не закроешь. Мы исправим это, клеточка. Что у нас еще есть? Я так любил свою машинку, но она чик и сломалась. Старые любимые вещи, они нам дороги. Мы починим старый стул и зашьем занавеску. И машинку твою, Петя, чик, и починим. Точка починила. Можно и отдохнуть. Яна, ты не работаешь? Я-то танцую, Поля. Смотри. Но, Яна, разве ты не должна была починить свой любимый обруч? Должна была? Да. Не знаю. Мне и с таким обручем весело. Гоша, Родион, и вы тоже ничего не починили? Этому стулу уже ничего не поможет, кажется. Мы пробовали сделать из него барабан. А вы что делаете? Мы играем, Поля! Пружинка как машинка! Клеточка, давай починим хотя бы твою занавеску. Поля, прости, я передумала. Теперь это занавесочный парашют. Но у нас клуб исправления вещей, а не изобретений, не игр и не танцев. Дай я зашью. Во дела. Ага, была одна рваная занавеска, а стало две. Мне кажется, чинить это уже бесполезно. И наши любимые вещи придется выкинуть. А почему Поля ушла? Петя,
Поля расстроилась. Мы собрались починить вещи, но, кажется, заигрались и совсем все разломали. Я думала починить старый обруч, но нашла ему новое применение. Яна, это отличная идея! У меня отличная идея! А какая идея-то? Поля, не грусти! Я знаю, что делать со сломанными вещами! Разве теперь можно с ними что-то сделать? Сначала скажи, Поля, любишь ли ты прыгать высоко-высоко? Ну, конечно, люблю, Клеточка. А что? А то, что мы сделаем из старых вещей одну новую вещь. Радость и веселье для всех. Батут! Но ведь по правилам клуба мы должны чинить старое, а не делать новое. Поля, это ведь ты придумала и клуб, и правила. И ты можешь все поменять. Прекрасно! Теперь это будет клуб обновления вещей. Значит, плохое. И выкидывать не нужно. Главное, чтобы фантазия работала. Вот, смотрите, у меня новый хвост. Наши разные идеи на радость всем! Да! Зебра в клеточку! Ой. А у нас каждый день пляжный. А вот и нет, Паша. Пляжный день особенный. Главное – собраться всем вместе. А где Яна? Вот тяна. Может, она заблудилась? В трех пальмах. А может, Яна просто забыла? Как же так? Этот день нельзя пропускать. Нужно ей напомнить. Яна, пляжный день. Да помню я, Поля. Помню, позже приду. Ну, Яна, без тебя пляжный день – это обычный день. Мы тебя давно ждем. А я хочу побыть одна. Яна, ты сидишь дома. Вот настроение плохое. Пойдем веселиться. Без тебя совсем не весело. Теперь все в сборе. Привет, Яна! Давайте играть! А то скоро пляжный вечер наступит! Начали! Bye.
Что происходит? Яна! Яна! Яна, ну что с тобой? Ты сегодня ужасно играешь и веселишься. Может, у тебя плохое настроение? Неплохое, а вот какое-то такое. Не понял, какое такое? Родион, у Яны мечтательное настроение. Ну что же делать? Настроение Яны портит наш особенный пляжный день. А вот и ничего подобного. Разве Яна мешает нам веселиться? Это мы мешаем ей мечтать. Раз, два, три. Четыре, пять. Не мешайте ей мечтать. А теперь давайте в догонялки. Я Вода! Яна, ты же хотела побыть одна. Больше не хочу, Поля. Яна, а что изменилось? Я закончила сочинять свою песенку, Родион. Веселимся и шалим. Все равно приходит каждый с настроением своим. Может прыгать и смеяться, ну а может погрустить. Может брызгаться, купаться, может песню сочинить. Пляжный день точно особенный, ведь у него теперь есть своя песня. Прости, что мешала тебе, Яна. Без тебя у нас не было бы песни. Если кто-то не хочет играть и веселиться, не стоит его заставлять. Потому что настроения бывают разными. Какими-то такими. И такими. И такими. Такими. Постойте, а сейчас у Яны какое настроение? Вместе со всеми играть и веселиться! Ура! Вот и песенка придумана, и у солнца на виду она. Всеми громко распевается, и отлично получается. Зебра в клеточку! Ой. А я вот так. Вот это ход, клеточка. Если ты закроешь всю линию первой, то победишь. Лево, право. Интересно, кто станет чемпионом по крестикам-ноликам? Точно не я. Я сегодня чемпион по проиграшкам. Ура, ничья! Клеточка, а почему ты пишешь левой рукой? Разве ты левша? Нет, Поля, я пользуюсь обеими руками. Что-то удобнее делать правой рукой, а что-то левой. Клеточка, писать нужно, как все зебры, правой рукой. Но, Поля, я делаю так, как мне нравится. И вообще, мне так лучше думается. Предлагаю не спорить, а прерваться на обед. Клеточка, ты ложку теперь держишь левой рукой. Поля, почему для тебя это так важно? И правда, Поля, бывают и правши, и левши. А кто-то одинаково хорошо владеет обеими руками. А кое-кто и хвостом.
Но ведь настоящие зебры все делают только правой рукой. Ты же зебра! Поля, но я уже так много научилась делать левой рукой. Ничего, Клеточка, я тебя обратно переучу. Но мне не нужно переучиваться. Клеточка, ты так сильно отличаешься от других зебр. Я за тебя переживаю и хочу помочь. Между тем, кто пишет левой и кто правой рукой, нету разницы, поверьте, совершенно никакой. Каждый пишет и играет, бьет какао, мяч кидает, как удобнее ему. Тут подсказки ни к чему. Сильно топнуть можно левой, можно правую ногой. Лево-право, право-лево, как удобней, так и бой. Каждый пишет и играет, пьет какао, мяч кидает, как удобнее ему. Тут подсказки ни к чему. Каждый пишет и играет, пьет какао, мяч кидает, как удобнее ему. Тут подсказки ни к чему. 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 Клеточка, теперь давай один раунд по-честному. Ладно, Поля, сдаюсь. Буду играть правой рукой, если тебе так спокойнее. Я так рада, Клеточка. Вот теперь ты настоящая зебра. Погоди, Поля. Получается, что теперь Клеточка играет рукой, которой ей играть неудобно, а ты, которой удобно. Гоша прав. Тогда пусть и Поля возьмет ракетку в левую руку, мне кажется. Справедливо! Раз, два, три, начали! Ой, Клеточка, кажется, я зря тебя переучивала. Оказывается, это трудно — делать что-то не так, как привык. Поля, поэтому я так долго тренировалась все делать обеими руками. Значит, я тоже потренируюсь и буду так уметь. Поля, посмотри на свои полоски, копытца, хвостик. Что с ними? С ними все в порядке. Они на своих местах. Поля, ты играешь левой рукой, но совсем не изменилась. Ты осталась настоящей зеброй. Ты прав, Родион. Теперь я поняла, что новые умения нас не меняют. Мы остаемся собой. Верно, Поля. Друзья, а давайте все попробуем поиграть по-новому, не так, как привыкли. Давайте! Ура! Зебра-клеточку! Ой. Самый большой! Я лечу быстро, как ветер! Точно, Паша, один в один ветер! Не догонишь! Привет, Клеточка. Посторонись, пожалуйста. Догоню! Идея! Все побегут вперед, а я побегу вверх! Ну, подождите! Я же вожу! Ой, Петя! А почему ты не играешь в догонялки? Меня не берут. Хм, почему не берут? Говорят, что я еще маленький. Удар! Еще удар! Гоша приближается к воротам! Вот только я забыл, чьи это ворота!
спрошу. Яна, в футбол руками не играют. У меня руки как ноги. Яна, правила одинаковы для всех. А судья кто? Яна, правильно говорить рефери. В спорте судья называется рефери, кажется. Рефери! Нет у нас никакого рефери. А нет рефери, нет правил. Ух ты! Ой. Стоп, братишка! Ты для футбола слишком маленький. Петя, тебе опасно играть в такие игры. Тебе бы чуть-чуть подрасти. Вот самую малость. Эх, не грусти, Петя. Мы обязательно что-нибудь придумаем. А вы не отбили удар? Мы выиграли! Ничего подобного, Яна. Мяч упал за площадкой. Это значит, не считается. Я точно видела. Он упал здесь. Петя, клеточка, вы же видели? Мяч упал тут или тут? Отсюда не видно, Гоша. Ой, надоело спорить. Давайте переиграем. Мы с вами. Вот дела. Петя с нами. Клеточка, как здорово ты придумала. Ура! Петя будет играть как большой! Налево. Ой. Направо. Ай, ай, клеточка, бей! Ой! Ай! Ай, ай! Оп. Ой, ай, стой! Что случилось, Петя? Петю укачало, вроде бы. Петя, давай мы закончим, а потом с тобой поиграем. А ты пока отдохни немножко. Да, лучше отдохну. И, может, подрасту немного. Жалко Петю. Ничего страшного, он подрастет, укрепит скорлупу. Пройдут годы, Гоша. О, дела. Что-то мне играть расхотелось. Из-за Пети? Ну да. Грустно, когда кто-то грустит. Я теперь тоже не хочу без Пети играть. И вообще! Мы больше спорим о правилах, чем играем. Идея! Ого! Перелет! Ау! Яна, первое предупреждение! А ты, оказывается, отличный рефери. Здорово, что самому маленькому нашлось место в игре. И очень высокое. О, подрос на глазах, братишка. Я теперь самый большой. Не просто большой, ты очень важный. Игроков много, а судья один. Спасибо, клеточка. Играем дальше! Зебра клеточку! Добро пожаловать на планету Прыгундия! Давайте ее исследовать! Фантазеры!
Ай! Наконец-то я полетел! Клеточка! Какие чудесные гигантские цветы! Скок, па, скок! Паша, смотри, я на облачке! Мы с тобой птицы, Петя! Мы космические исследователи! Возьму пробу необычной воды. Я же ученый. Как здорово, что на этой планете есть все, что можно нафантазировать. Например, парящий цветок. Смотрите, он летит. Ого! Вот дела. Вот этот цветок. Никуда он не летит. Гоша, ну это же понарошку! Мы так играем! Как будто мы на планете Прыгундия. Ты только представь, Гоша! Фиолетовое небо, оранжевые лужи! Никак не получается представить, Клеточка! Ничего, Гоша, мы тебе поможем попасть на планету Прыгундия. Вот искристый цветок. Смотри, как летят искорки. Поля, это же просто одуванчик. Неправда. Это волшебный искристый цветок. Хочешь стать крокоптицей, Гоша? Прыгай в кратер вулкана! Какой кратер, Паша? Ха, это же кочка. Смотри, Гоша. Неизвестные растения. Я собрал их в космическом озере. Родион, это известные растения. Водоросли называются. Гоша, это наша фантазия, а ты ее портишь. Я не нарочно. Просто сегодня фантазия у меня не работает. Гоша, может у тебя есть кнопочка? Включить фантазию, а? Пунь-пунь-пунь. Чик! Включилась? Фантазия? Нет, Петя. Зато включился мой аппетит. Гоша, если тебе не хочется фантазировать, а хочется есть, иди и поешь. И правда, Гоша, фантазия может не работать от голода. Ребята, а если я поем, а фантазия все равно не включится? Ничего страшного, Гоша. Просто побудешь рядом с нами. Смотрите, это же Гоша! Гоша! Я тут подумал, чего это я один обедаю? На вашей планете любят поесть? Ням-ням-ням, космический пирог! Я как раз проголодался. Фиолетовый пирог нас от голода сберег. Гоша, твой пирог будто с другой планеты. Вот это фантазия! Я всего лишь добавил побольше черники. Ай,
не скромничай, Гоша! Твой пирог космически вкусный! Что ж мы сидим-то? Вам пора исследовать новые планеты! А я подожду вашего возвращения. 3, 2, 1, полетели! Зебра в клеточку! Ой. Паша, Петя, у вас что, генеральная уборка? Что ты, клеточка, мы просто прыгаем! А подушка пуф и разлетелась. Мы поможем вам собрать перья. Петя, такой кавардак, жалко твой дом. Это не мой дом. Как? А чей же, братик? Твой и мой, наш дом, а я хочу свой. Ну что ты, Петя, ты же еще совсем малыш. Петя, свой дом, вот это идея. Пойдем его найдем. Пойдем, найдем. Свой дом. О, вот он, мой новый домик. Петя, тебе тут хорошо? Светло? Удобно? Ой, совсем нет. Тут ветер и листочки. Петя, это потому, что у этого домика нет стен. А я знаю, где стены есть. Вроде бы. Вот, Петя, крепкие стены. Хороший домик. Ой, только тут дождик. В этом домике нужен зонтик, мне кажется. В пещере хорошо, но у нас дома лучше. Правда? Правда? Правда. Петя, у вас с Пашей прекрасный дом. Паша и Поля правы. Но и Петя тоже прав. Мы все правы? Как это, клеточка? Петя хочет немножечко самостоятельности. Как же тогда быть? Идея! Построим Пете домик! Сухой и уютный! Домик с крепкими стенами. Очень крепкими, мне кажется. Красивыми шторками и надежной крышей. Ура! Ах, какой милый домик получился. Я бы и сам тут жил, если бы поместился. Спасибо, это лучший свой домик в мире. Ну что ж, пора и нам по домам. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи, Петя. Спокойной ночи. Паша, ты уже ушел? Я тут! Тут! Вообще, Петя, мы все тут. Вроде бы. Что случилось, братик? Холодно? Страшно? Сыро? Все хорошо, но я не хочу оставаться один. Так что же делать, Петя? Я в твой домик не влезу. Идея!
Ты, Паша, в Петин домик не влезешь. Зато Петин домик влезет в твой. Вот дела. Петя, я думал, ты хочешь свой дом, потому что я тебе надоел. Что ты? Я тебя очень люблю, братик. А Пете просто нужна была своя крыша над головой. Спокойной ночи, брат. Спокойной ночи. Ой. Как же это приятно! Чистый пляж! Ну, дела. Как я устал. Гоша, я даже маленькую веточку больше не сдвину. Мне кажется. О, Родион, а я и перышком пошевелить не могу. Раз мы все так хорошо поработали и устали, теперь хорошо отдохнем. Объявляю выходной! Ура! Выходной! А это что? Петя, отдых – это когда ты спишь или находишь себе тихие занятия. Ай, выходной. Выходной. Скукота. Побегу, спрошу у клеточки, как правильно отдыхать. Клеточка! Ты уже отдыхаешь? Подскажи мне, как надо отдыхать? Яна, я собираюсь отдохнуть на прогулке. Хочешь, пойдем вместе? Хочу! Посмотрим, как отдыхают остальные. Лежу на правом я боку и отдыхаю, как могу. Паша, надо лежать на левом. А вот и нет. А вот и да. Клеточка, выходит, Паша и Петя сейчас отдыхают. Конечно, Яна. Пойдем дальше? Куда пойдем? Я с вами. Надоело лежать. И я с вами. Раз кустик, два пальма, три цветочек. Скоро у меня будет прекрасный сад. Поля, как пчелка, трудится и полосатая. Ну, Поля, разве ты не хочешь отдохнуть? Но это ведь и есть лучший отдых. Сажать цветы в тишине. Разве можно отдыхать по-другому? А давайте спросим у Родиона. Родион, а что ты такое делаешь? Я йогой занимаюсь, кажется. А у меня получится? Конечно, Яна. Главное, спокойно дышать и слушать тишину. Как ты хорошо придумал, Родион! Ну нет, закручивание в узлы – это не отдых. Это спорт. Возможно, и спорт. Но мне растяжка и правильное дыхание помогают отдыхать и дают силы. Ой!
А чтение разве отдых? А? Кто тут? Я не сплю. Ой, прости, Гоша. Не хотела тебя будить. Значит, каждый может отдыхать, как ему хочется? Конечно! Только важно отдыхать в тишине и набираться сил. Кажется, я отдохнула, пока гуляла. Теперь можно и порядок навести. Ура! Это точно знает каждый. Это скажет вам любой. День сегодня очень важный, потому что выходной. Кто-то будет на кастрюлях громко музыку играть. Кто-то будет на ходулях грациозно танцевать. Кувыркаться и прыгаться. И купаться можно в выходной. Угодно развлекаться можно в выходной. Можно птицей притвориться и гнездо на ветке свить. Можно в кукольном корыце через лужу переплыть. Из матрасов и подушек можно строить шалаши. И дворцы из раскладушек, пирамиды из игрушек. И дома из погремушек тоже очень хороши. Кувыркаться и брыкаться, и купаться можно в выходной. Щекотаться и толкаться, как угодно развлекаться можно в выходной. Кувыркаться и брыкаться, наряжаться и толкаться, и купаться, и смеяться можно в выходной. Щекотаться и толкаться, и свистеть, и обниматься, как угодно развлекаться. Зебра в клеточку! Паша, показываю, как копать. Оп. Петя, показываю, как сажать. А теперь нужно аккуратно засыпать и полить. Вот, вот так. А теперь что делать? Ждать, вроде бы. Праздник урожая! И долго мы будем ждать? Это же скучно! Гоша, а можно я тоже свой огород сделаю? Ты меня вдохновил. А можно и мне взять семена? Конечно, друзья, берите! В коробке пусто, не вырастет капуста. Клеточка, а как же ты? Ничего, я что-нибудь придумаю. Укроп, сорняк, петрушка, сорняк. Гоша, а почему ты часть ростков оставляешь и поливаешь, а другую выбрасываешь? Это полезные растения, а это сорняки. Они мешают растениям набираться сил. Смотри, клеточка, какие ровные грядки. Как твои полосочки, поле. Очень красиво. О, клеточка, что это там? Ну вот, сорняк. Хорошо, что я его заметила. О, еще один. Поля, а покажи-ка мне эти сорняки. Тут не на что смотреть, клеточка. Ни пользы, ни красоты. Родион, ты тоже выбрасываешь сорняки? Конечно, клеточка. Сорняки забирают всю воду из почвы, и арбузу может не хватить. Родион, это очень интересно. А можно я возьму твою книгу почитать? Ты
с волненьем чудо ждешь, и утром поливаешь, и вечером польешь. Потом глядишь на кочки прополотой земли, а там уже росточки чудесные взошли. Растут на грядке всходы прекрасные весьма. Ху, их дарит нам природа сама, сама, сама. И что там вырастает, неважно, мой дружок. Клубника или, может, с картошкой пирожок. Арбузы, апельсины, бананы, огурцы уже вот-вот поспеют, какие молодцы. Приходят в гости на каждый стол они. Ты урожай за хвостик. Раз, два, три, взяли! И... Вот какой я сильный! Интересно, а что вырастила клеточка? Ничего, а ей семян не хватило. Ой, как жалко. Предлагаю отнести наш урожай клеточке. Ну, чтобы ей не было обидно. Клеточка! Мы пришли тебя угостить. Спасибо, друзья. Но я для вас тоже кое-что вырастила. Опа! Клеточка, откуда у тебя такие прекрасные цветы? Ваши сорняки! О, дела! Ого! Сорняки не только вредные, но и... Но и красивые! Иногда то, что нам кажется бесполезным, вдруг оказывается прекрасным. И даже вкусным. Угощайтесь, варенье из одуванчиков. Вот дела. О, смотрите, как этот цветочек похож на меня, а? И правда. Точно. Праздник урожая и сорняков.